يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم уважаемые братья и сестры рады приветствовать вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 на нашей передаче которая посвящена месяцу Рамазану и прежде всего хотелось бы вас поздравить уважаемые братья и сестры с наступлением этого великого месяца и специально по этому поводу мы сегодня у нас в студии уважаемый шейх Курбан. Ассаляму алейкум, шейх Курбан. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи. Вот шейх Курбан, на прошлых передачах мы обсудили вопрос про то, Ахли Бейт и их руководство, почему они играют такую важную роль, и хотелось бы продолжить наш разговор на данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. Вассалату вассаламу аля сейдил анбия и валь мурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-маасумин, ва лаънату ад-даимату аля адаихи маджмаин, иля кияуми яумиддин. Я прежде всего приветствую дорогих зрителей. Мы говорили, затронули молитву, которая читается в этот месяц. И в этой молитве, которая читается после месяц Рамадан после обязательной молитвы, ежедневной молитвы, непорочные учили своих последователей в этот месяц просить Бога освободить их, то есть ракабати, там сказано ракабати, это слово используется относительно рабов, то есть как будто человек просит. Даже не как будто, а просит Бога освободить его от рабства. От какого рабства? От рабства огня, от рабства ада. И в толковании одного из аятов Священного Корана, где Всевышний, это очень важные аяты Священного Корана, они играют очень большую и значимую роль в духовной жизни любого верующего, должны играть, где Всевышний говорит «Ауду биллахи мина шайтани разим» «Алам наджал лаху айнейн, ва лисанан ва шафатейн, ва хадайнаху наждейн, фалактахам аль-акаба, ва ма адракам аль-акаба». То есть мы даровали ему все средства, мы этот аят подробно разъясняли. В аятах сказано, мы дали человеку все средства, все средства, чтобы он, потом говорится, но он не совершает те поступки, которые ждут от него. То есть, если выражать этот аят двумя словами, у человека дано все, чтобы он достиг вечного счастья, вечного блаженства, духовной возвышенности. Но в этом аяте говорится, что человек этого не делает. Человек, несмотря на то, что обладает всеми необходимыми средствами и возможностями, он не делает. فَلَقْتَحَمَ الْأَقَبَى وَمَا أَدْرَكِمَ الْأَقَبَى. Он не переходит этот перевал. А что это за перевал? И в преданиях от непорочных имамов мы встречаем такое толкование. Конечно, там далее в самом священном Коране объясняется, что такое... Что это за перевал? Сказано «факку рагаба», «ваитам» и так далее. И далее продолжается. И первым из этого списка сказано «освобождение раба». То есть этот перевал заключается в том, чтобы освободить раба.
То есть, другими словами, Всевышний дал все эти средства человеку, глаза, уста, указал ему на правильный и неправильный путь, на путь добра и путь зла. Для чего? Для того, чтобы он освобождал раба. И в преданиях, что очень важно, разъясняется, что, во-первых, освобождение раба – это внешний его смысл, самый первый уровень смысла этого аята. Мы разъясняли то, что священный Коран имеет множество разных смыслов, уровней смыслов. Есть самый элементарный, самый внешний, самый поверхностный уровень, который доступен абсолютно всем людям без исключения. Для этого нужно просто обладать в достаточной мере знанием арабского языка, чтобы понять этот уровень. Не более того. Но есть и другие уровни, множество других уровней, которые человек не может постичь исключительно посредством понимания арабского языка. Этого недостаточно. Человек должен проходить какой-то определенный духовный путь, чтобы понимать остальные уровни священного Корана. Этот духовный путь пройден непорочными пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и его наместниками, 12 имамами. И поэтому они прекрасно знают, что это за смыслы, какие смыслы заложены в этих аятах священного Корана. И поэтому они могут разъяснить. Конечно, другие люди, как мы говорили, другие люди также обладают такой возможностью. Они тоже могут посредством духовного возвышения, духовного самосовершенствования достичь эти смыслы. Но, как я уже говорил, есть одно отличие от непорочных, у простых людей от непорочных. Это отличие заключается в том, что непорочные, толкуя внутренние и глубокие смыслы аятов, они не ошибаются, в отличие от простых людей. Простые люди в этих толкованиях могут ошибиться, и поэтому нет никакой гарантии, что они правильно толкуют эти глубокие смыслы Корана. И, кстати, здесь есть очень большой урок, просто величайший урок для людей, для коранитов. Кто такие корониты? Коранит – это есть такое течение, возникло вот современный коранизм, он возник в Америке. Один из проповедников американских, он стал проповедовать эту точку зрения и сейчас в той или иной мере распространяется на мусульманские страны, в частности в Турцию. На Турцию очень большое влияние оказало это течение на Казахстан и через Казахстан на какое-то влияние пытается оказывать на постсоветское пространство, на СНГ. В чем заключается идея коранизма? То есть, что они проповедуют? Они утверждают, что единственным источником ислама является священный Коран. В отличие от всех остальных мусульман. Мусульмане единогласны, что слова, действия, поступки и образ жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, также являются источником. И эта точка, этот важный момент является ясным свидетельством того, что коранизм – это ложная идея. Какая именно точка зрения, какой момент, какой важный момент? А именно то, что Коран – это не просто вот внешний смысл, поверхностный смысл. У Корана есть и глубокие смыслы, которые доступны только непорочным. Только у непорочных мы можем абсолютно точно и безошибочно узнать об этих глубоких смыслах. И поэтому, отрывая Коран от непорочных, мы наносим исламу и пониманию ислама очень много вреда. То есть понимание ислама очень сильно страдает. И одним из ключевых моментов в этом вопросе является то, что мы перестаем понимать глубинные смыслы священного Корана. Так вот, то есть внешним смыслом, так курагаба, освобождение раба. Что значит освобождение раба? Это означает внешний, самый поверхностный смысл. Я также напомню, что поверхностный смысл никак не противоречит глубинным смыслам. Ну, например, вот я приведу еще один пример. Всевышний, когда пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, упрекали в том, что у него нету сыновей, которые продолжили бы его род,
Всевышний ниспослал аят «Инна атайна кель каусар». «Мы даровали тебе каусар». Что такое каусар? Каусар переводится как «обилие». И является названием одной из рек в раю. И когда мы говорим «Инна атайна кель каусар», это внешний смысл этого аята, то, что способен понять, потому что Каусар является названием этой реки в раю, райского источника, райского водоема, если хотите. Но из толкований непорочных мы понимаем, что здесь есть глубинный смысл. В чем заключается этот глубинный смысл? Обратите внимание, этот аят был ниспослан в ответ на то, что пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, обвиняли в том, что у него нет потомства. Если человек обвиняет в потомстве, то можно как насколько правильно отвечать тем, что мы даровали тебе, например, машину. Насколько это правильно? Они придирались к тому, что у него нет потомства, а не к тому, что он беден, или у него нет машины, или нет верблюда и так далее. Поэтому здесь есть глубинные смыслы, которые на самом деле являются ответом на это возражение. А в чем этот глубинный смысл? Дело в том, что Каусар является, помимо того, что является названием водоема, является также одним из имен дочери пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Откуда мы это узнаем? Кто-то из соседей, может, из знакомых называл ее Каусар? Нет, никто не называл ее Каусар. Это Бог ее так назвал. И то, о том, что Бог подразумевая здесь в том числе и Фатиму, саламу Аллаху алейха, дочь посланника Аллаха, мы узнаем только из уст посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но здесь возникает вопрос, противоречат ли эти два смысла, внешний смысл и глубинный смысл, они противоречат друг другу? Противоречат? Есть противоречия между этими смыслами? Нет. Нет, конечно, никаких противоречий нет. Поэтому аяты священного Корана, они имеют множество разных уровней понимания. Но эти уровни понимания никоим образом друг другу не противоречат. И, ну, конечно же, имеется также, я также укажу на тот момент, что обилие, которое является одним из имен ее светлости Фатима Дзахра, она очень ясно и четко оправдывает этот свой эпитет. Дело в том, что наследство, то есть потомство его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, произошло только от нее. И довольно-таки очень обильное, как в количественном значении, так и в качественном значении было это потомство. Помимо этого имеются также хадисы, что имеются хадисы от его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что все родственные отношения в судный день будут разорваны, кроме отношений его светлости посланника Аллаха со своей дочерью. То есть это настолько крепкие отношения, родственные, близкие отношения, что даже в судный день они не будут разорваны, они сохранятся. То есть мы говорим о том, что аяты священного Корана имеют множество смыслов, которые друг другу, множество уровней понимания, которые друг другу ни в коем образом не противоречат. И поэтому, возвращаясь к ранее упомянутому аяту, то есть «факку рагаба» – освобождение раба, внешний смысл означает освобождение раба, то есть человека, который находится в рабстве. Но в преданиях имеется, что здесь говорится о душе, о грешной душе, об освобождении человека самого себя – это глубинный смысл. И намного более важный смысл, чем первый смысл, чем тот первый уровень, тот поверхностный уровень. Почему? Потому что Всевышний говорит, обратите внимание, Всевышний говорит, они, несмотря на то, что мы дали им все средства, все необходимые средства, люди не совершают этого шага, они не переходят через тот перевал, ради которого мы все эти средства им предоставили. И что это за перевал? То есть освобождение раба. Что важнее, что намного более значимее, или же освобождение самого себя?
освобождение самого себя от огня. Конечно же, второе, потому что даже не у всех людей имеется возможность освободить раба, даже в те времена, когда рабство еще существовало. Не говоря о том, что сегодня уже нет рабов, чтобы пойти их выкупить, освободить. Верно? Или же своего какого-то одного из своих рабов освободить. Даже в те времена не у всех такая возможность была, не говоря уже о том, что сегодня уже нет такой возможности. Поэтому более глубинный смысл является намного более важным, значимым. Мы дали им глаза, дали им понимание, видеть, осознавать. Мы дали им уста, чтобы озвучивать, чтобы провозглашать истину. И указали им на верный и неверный путь, на путь вечного страдания и на путь вечного блаженства. Так почему же они сами себя, они находятся в рабстве у огня и ада, так почему же они себя не освобождают? Этот смысл намного важнее, этот глубинный и смысл священного Корана. Большое вам спасибо, шейх Гурбан, но, к сожалению, мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на короткую паузу. Прошу вас не отходить от ваших телеэкранов, оставайтесь с нами. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات И снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Хотелось бы напомнить, что у нас сегодня в гостях уважаемый Худжатул Ислам валь Муслимин шейх Гурбан. И шейх Гурбан нам до паузы объяснял, что он разговор зашел про потомство пророка. Также мы поговорили про Фатиму аз-Захру. Также мы до этого мы сказали, что Коран и Ахлебейт, они как бы неотлучимы. То есть, не будь Ахлебейта, мы не поймем истинный смысл Корана. Глубокий смысл Корана. Глубокий смысл Корана. И вот хотелось бы, уважаемый шейх Гурбан, продолжить разговор на данную тему. Да, мы говорили о понимании аята «Факку рагаба». «Фалактахамал акаба». «Вама адраки маль акаба факку рагаба», сказано в священном Коране. То есть освобождение раба и о перевале, который должен перейти человек, ради которого он создан, ради которого он существует, ради которого он здесь живет. И в толковании от имама Садыга, алейхиссалату вассалам, мы этот хадис приводили, я хочу привести немножко, да, сконцентрировать, да, хочу сконцентрировать на этом внимание телезрителей, чтобы... Здесь имам Садыг, алейхиссалату вассалам, говорит две вещи. Во-первых, он толкует факку рагаба как освобождение от огня. Почему? Потому что его светлость говорит «факку рагабатин, аннасу куллухум абидун нар». Он говорит освобождение раба, а потом говорит освобождение раба, смотрите, говорит, Все люди без исключения находятся в заложниках у огня, находятся в заложниках у ада. То есть абидун нар, куллюхум абидун нар, все люди без исключения. Все люди, гейрака ва асхабик, но исключением являешься ты, он обращается к своему шииту. Шииту не в том значении, которое мы сегодня понимаем. Шииту в том значении, в словарном значении, обратите внимание. Потому что у шиита есть словарное значение, которое сейчас очень редко используется, вообще не используется. Сейчас используется другое терминологическое значение в словарном значении шиа. Сейчас что говорят, допустим, если вы обратитесь в современные словари,
то современные словари, которые описывают, в особенности, если, если словарь это арабо-русский, например, или арабо-английский, то в этих словарях эти словари находятся под влиянием терминологического значения слова «шиа». То есть они не доносят его настоящий смысл, тот смысл, который он имел до терминологического значения. А что, в чем заключается терминологическое значение «шиа»? «Шиа» означает «человек, который идет по следам», обратите внимание, «по пятам», «по следам». То есть как это выглядит? Человек ставит, допустим, свою ногу в какое-то место и идет вперед, правильно? Он шагает по земле. А тот, кто шагает за ним, если он ставит свои ноги именно в то место, в которое ставил впереди идущий имам, да, тот, кто впереди, да, то его это действие называлось именно вот этим словом, да, то есть однокоренным словом. И поэтому шиа – это тот, кто идет по пятам, наступает именно на те места, именно совершает те действия, которые совершает впереди идущий него человек, то есть его имам совершает. А сейчас терминологическое значение шиа – это в терминологическом значении, также разъясню, переводится как партия, переводят как сторонник и так далее. То есть имам своим хадисом хотел показать, что те, кто идут на этом пути, они идут на верном пути. То есть они освободились от огня. Да. То есть имамы никогда не использовали шия в значении, в словарном значении, в том значении, которое мы сегодня понимаем. Я уточню этот словарное значение, потому что важно. Словарное значение подразумевает сторонник, партия. То есть мы говорим шия, значит сторонник имама Али алейхиссалам. То есть сторонник его власти, его руководства и так далее. Сторонник. Но не каждый же сторонник является тем, кто ступает по пятам имама Али, правильно? Да. Поэтому он не является в словарном значении его шиа. Да. И поэтому имам Садык, алейхиссалату вассалам, когда говорит «кроме тебя и твоих сподвижников», он имеет в виду кого? Он имеет в виду всех людей, которые идут по пятам своих имамов, ступают на те места, по которым ступал его имам, совершают те поступки, те действия, по которым шагал его имам, его имамы, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это во-первых. То есть факкуракаба, это здесь говорится освобождение от огня подразумевает в первую очередь подразумевает следование за имамами, за теми, кто является халифом Аллаха на земле. Потому что Всевышний в Священном Коране сказал, обращаясь к ангелам, «Инни джаилун фил арди халифа». Я всегда, обратите внимание, этот аят в русском языке, если посмотрите переводы Священного Корана, те, которые я видел, ни один из этих переводов не перевел так, как нужно перевод. Не доводит смысла. Да, то есть правильно не перевели этот аят, исказили смысл в каком-то значении. Дело в том, что в аяте сказано всегда, постоянно, непрерывно буду назначать на земле своего халифа. Инни джаилун фил арди халифа. Халифатан. Вот это вот слово халифатан и джаилун, они в тандеме вместе создают вот это слово всегда. Непрерывно и постоянно. Вот это слово всегда и непрерывно и постоянно в переводах не фигурирует. Даже некоторые переводят, как я установил. Это вообще неправильный смысл. Инни джаилун фил арди халифа нельзя переводить, как я установил наместника на земле. Нет, я устанавливаю. И устанавливаю всегда и постоянно и беспрерывно. И поэтому этот аят означает, что всегда на земле будут халифы и наместники Бога. И первым условием освобождения от огня является следование за этими наместниками, за этими, потому что они являются теми, кто доносит, теми, кто разъясняет
теми, кто изъявляет волю Божью, волю Аллаха для людей. Потому что все остальные люди не имеют связи с Богом, они не могут понять, что приказывает, чего требует Всевышний от людей. А это большая милость. Почему большая милость? Понимание того, что Бог от них хочет. Почему? Потому что Бог ни в чем не нуждается. Бог абсолютно ни в чем не нуждается. Если ваш сосед или даже не сосед, отец или мать от вас чего-то хочет, то есть вероятность, очень большая вероятность того, что это нужно именно им самим, то есть самой матери или самому отцу, потому что все люди ограничены и нуждаются в тех или иных вещах. Верно? Верно. Но Бог ни в чем не нуждается. Если Он хочет чего-то для своего раба, то Он хочет, потому что это Ему самому нужно, то есть рабу нужно. Верно? Да. И поэтому это является величайшей милостью для человека, знание которого ограничено, понимание которого ограничено, знать и понимать, чего от него хочет Всевышний. Почему? Потому что именно тогда он может преследовать свои настоящие интересы, истинные интересы свои преследовать. Во всех остальных случаях он или не понимает этого. И поэтому первым условием этого освобождения от огня является следование и принятие практическое, не только теоретическое, потому что часто очень мы говорим о принятии руководства наместников Аллаха, но мы говорим о теоретическом принятии, но важнее всего практическое принятие, когда человек на деле ступает по их пятам, следует за ними, принимает то, к чему они призывают. Именно поэтому это очень важно. Важно принятие руководства, практическое, в первую очередь, руководство наместников Аллаха. Это во-первых, то есть факку рагабы, освобождение раба, то есть освобождение самого себя. И вторых, сказано, когда его светлость имам Садык, алейхиссалату вассалам, в этом же хадисе спросили, маль акаба, что за перевал, что за путь, который нужно пройти, он сказал, виля аятуна, наше руководство. Здесь ясно и четко сказано, то есть освободить себя от рабства огня можно только путем принятия руководства. Абсолютно нашего. Верно. Посредством следования за непорочными, посредством принятия. И этот месяц, то есть мы говорили, все это говорили именно для того, чтобы дать понять, что этот месяц, месяц Рамадан, является величайшей возможностью для этого, величайшей возможностью для того, чтобы познать священный Коран, для того, чтобы познать наместников Всевышнего, наместников Бога, халифов Бога, непорочных имамов, познать имама своего времени, следовать за ним и таким образом освободиться. То есть этот месяц, другими словами, является величайшей возможностью освободиться от рабства, от огня и заслужить вечное блаженство. И это та возможность, которая уже за пределами этого месяца никогда у человека не бывает. То есть человек уже теряет эту возможность. Это единственный месяц, обратите внимание, в Священном Коране сказано, что всего лишь один из ночей этого месяца подобно, всего лишь одна из ночей этого месяца подобна тысячам месяцев. То есть, другими словами, если вы тысячи месяцев, которых у человека нету, к сожалению, у него жизнь ограничена, довольно-таки короткая жизнь отведена ему, даже если тысячи месяцев человек будет поклоняться Всевышнему, он может достигнутое посредством этого тысячемесячного поклонения достигнут всего лишь за одну ночь. Это величайшая милость и величайшая возможность для человека. Аллаху. Большое вам спасибо, уважаемый шейх Курбан, но я как понимаю, что есть еще какие-то условия освобождения от огня, но об этом уже продолжим на наших следующих передачах. Ну а наше время подошло к концу. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. Ну а вам, мы, уважаемые наши телезрители, желаем провести этот месяц, великий месяц, с пользой. Ведь, как мы знаем, что месяц Рамазан – это
месяц действий и деяний. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات